Три, два, один, поехали! Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о новом приложении «Маленький космос». Это красочная развивающая игра для самых маленьких, в которой каждый ребенок сможет полетать на ракете по галактике и почувствовать себя настоящим космонавтом. Управление полетом максимально простое. Передвигаемся по космосу нажатием кнопок влево или вправо и приземляемся на понравившуюся планету с помощью тапа. Тут нас ждут всевозможные головоломки и игры. Приложение поможет не только развеселить ребенка, но и развить мышление и воображение. Каждая игра не похожа на предыдущую и обучает чему-то новому – знакомству с формами и цветами, сопоставлению предметов, логике и чувству симметрии. В игре представлены три планеты. На каждой есть уровни, в которых вам предстоит спасать забавных инопланетян и решать головоломки. Проходите первые два уровня на Венере бесплатно. И если вам понравится, приобретайте остальные. Помимо этого, в игре есть гараж, где можно выбрать ракету и сделать для нее тюнинг. Изменить цвет, дым и отправляться в путь. Летайте по галактикам, подружитесь с инопланетянами, играйте в игры и решайте головоломки. Полет закольцован и не ограничен по времени. На планеты можно приземляться прямо из ракеты или найти их в главном меню. Вот такие мини-игры есть в приложении. Устанавливайте игру в App Store бесплатно и открывайте тайны космоса вместе со своим ребенком.